Привет, дорогой друг, мы на канале Skiff Music Live. Назрел вопрос, а что делать, если нечего делать? Ответ нашелся сам собой, правильно. Взять в руки гитару. Соответственно, в руках у меня Covenant, модель 160 MTE. Это трансакустическая гитара. Выполнена она прям, ну, очень четко. Колки удобнейшие, фурнитура замечательное дерево. Здесь есть особенности. Эта гитара выполнена из массива махагона в верхней деке. Соответственно, сапели, задняя дека и обечайки. Махагон на грифе и на палисандровая накладка. То есть же палисандр. Звучит это, естественно, чуть-чуть менее динамично, чем ель. Более глубоко по низам. Соответственно, отлично подойдет под вокал, под ритм партии и так далее. Что поиграть? А поиграем мы на ней следующее. Кто узнал, что за трек, пишите в комментарии. Даю подсказку. Геймеры точно вспомнят. Кодзима гений. До встречи.